Андрей Николаевич, мы закончили. Ну как вы? Нормально. Хотите посмотреть? Нет. Пойду вниз, похожу. Сейчас доктор тебя посмотрит, и мы пойдем в зоопарк, хорошо? С такими повреждениями префронтальной коры, как он вообще разговаривает? Как он жив вообще? Да хватит, прекратите. Можно? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня из Филатовки Тумаркин Алексей Борисович рекомендовал. Я вам звонила. Да. Напомните, что там у вас? А нам проверить, что нет новообразований у него, Вань. Мам, я не хочу. Стой. Ваня! Где он может быть? Ваня! Ты где? Ванька убежал. Я думала, к тебе побежал. Извините, вы не видели, куда мальчик побежал? Такой маленький, светленький. Простите, нет. Может быть, в парк? Ваня! Прятаться в сарай, когда капуста. А что в сарае? Мешки с шариками. Нашла. Ваня, ну ты где был? Я не думала, что ты такой трус. А Ваня вовсе не трус. Да, Вань? Тем более, что томография ему теперь не нужна. Вы за городом живете? Да, у нас экоферма. Экоферма – это, насколько я понимаю, когда овощи, ну или вообще что-то выращивается без использования химических удобрений, которые хранятся у вас в сарае.
Отдай это вот на анализ. И Ване атропинчику не помешает. У Вани хроническое отравление фосфороорганическими удобрениями, которыми он надышался в сарае на вашей экоферме. Отсюда и такой внешний бледный вид, синие губки, воспаленные глаза, рвота. Да, Вань? Готово? Да, можем идти. Вот тебе лекарство, замаскированное под конфеты. По одной конфете в день, понял? Держи. Давай, поправляйся, Вань. До свидания. А это кто вообще? А это профессор Краснов, лучший диагност. Заведующий второй терапии. Или, по крайней мере, был им. Так, ну, Степанова, точно на выписку? На завтра? Да, конечно. Конечно. Все, я побежал, не люблю опаздывать, особенно студентам. А ты надолго? Две лекции. Но сюда уже не вернусь. А с тобой не прощаюсь. Так что до. Так что до. Игорь, прочитал твою статью. Что думаешь? Честно, мне кажется, печатать преждевременно. Есть там ряд невнятных моментов. И распечатал статью как раз на твою тему. Сейчас мне нужно бежать, нет времени. Возьми у меня на столе, прочти и обсудим потом. Хорошо. Тереза. Поедем. Когда? Ну, хорошо. Сегодня так сегодня. Да. Давай, пока. Так, назначение. Добрый день, я Екатерина Олеговна. Здравствуйте, я здесь надолго. Мне очень домой надо. Не волнуйтесь, не переживайте. Сначала вас должны посмотреть. Я слушаю. Что случилось? 15-й? Какая анафилаксия? С чего? Через 30 минут буду. Что случилось? 15-й умер. 15-й? Это же Степанов. Степанов. Но мы его сегодня выписывать собирались. Собирались. Ничего не понимаю. Ладно, я в больницу. Ты со мной?
Конечно. Тереза, историю болезни 15-го ко мне в кабинет. Кто дежурил вчера? Я. Полный отчет по всем действиям по отношению к пациенту за последние сутки. Зорина, вторая терапия. Да. На Геннадий Иванович. Приемная. На Геннадий Иванович, говорите. Дима, поговорите с соседом по палате и выясните, что тот накануне ел, пил, чем дышал. Анафилаксия не случается на ровном месте. Обход на Новицком и Зориной. Можете взять Быкова в помощники. Все, приступайте. Я спрошу, Геннадий Иванович, я спрошу. Там у жука проблемы. Какая? Поступила женщина по скорой, 38,3, жалуется на боли в животе. Ну какая проблема? Возьмите кровь и оформляйте в стационар. Проблема в том, что она отказывается от госпитализации. Плюс низкое давление, одышка. Отек есть? Жук настаивает на твоей консультации. Не опускайте до конца. Срочно ЭКГ и УЗИ сердца. Подождите, а что мне с сердцем? Больное вот сердце. Да этого быть не может. У меня все хорошо. Помолчите, пожалуйста, приспустите штаны. Онкология была в семье? Нет. Ни у кого. А литотрипсия давно была? Пару месяцев назад мне камень убирали. Послушайте, мне очень надо домой. У меня ребенок маленький, 6 месяцев. И мне на работу надо, иначе меня уволят. А с кем ребенок? С мужем, конечно. Он уже год без работы, и поэтому мне очень надо. Ну, значит, не надо вам домой. Боль давно почувствовали? Вчера вечером, но у меня уже такое было. Я антибиотики выпью, у меня все пройдет. Мне правда, к ребенку надо, и на работу тоже. Да нет, не надо вам ни на какую работу. Оформляйте окна. Подождите, я же вам говорю, я одна в семье работаю. Михаил Александрович, мы разделяем ваше горе. Чего вы разделяете? Вы когда-нибудь теряли сына? Это ваше светило гребаное. Конечно, ему ведь, наверное, ничего не будет. Не будет ведь? Поверьте, у нас во всех таких случаях... Что значит в таких случаях? Это что, не первый раз, что ли? Он у вас здесь каждый день пациентов убивает? Коновал этот ваш. Я обещаю вам, мы проведем самое тщательное расследование. И что? Вы что, мне вернете сына, что ли? Может быть, этот ваш профессор уже и воскрешать научился. Убивать-то он научился хорошо. Ну, кто же знал, что у Степанова гиперчувствительность? Я знал. Я не понимаю, почему он получил сатанал. Это экспериментальный препарат, он вообще не мог участвовать в этих исследованиях. Здрасте. Здрасте. Я муж Юлы. Мы хотим подписать отказ от лечения. Вы уверены? Конечно. Ну, хорошо. Ну, кто-то сделал это назначение. Я назначил. Назначение было сделано с моего компьютера. В смысле? В прямом. Слушайте, там Полина, пациентка номер 11, муж собирает. Давай собирайся. Ты завтра на работу. Но доктор сказал. Мало ли чего он сказал. А как мы жить будем? Он не сказал, как кредит платить. Ну что ж, вы решили уйти по-английски, не попрощавшись? А ей уже легче. У нас ребенок маленький. Где ребенок? В смысле? В прямом смысле, где ребенок? Там, в машине спит. Только идите, нельзя оставлять таких маленьких без присмотра. Мы вот и идем. Нет, вы не поняли. Вы идите, а вы остаетесь. Но мне же на работу надо. Она не останется. Ну хорошо. Езжайте домой, начинайте работать, продолжать кормить своего мужа. Но это ненадолго. Знаете что? Послушайте, если вы не дадите обследовать и вылечить вашу жену, она умрет.
Ребенок останется без мамы. Вам нравятся такие перспективы? Андрей. Секунду. Значит так, работящей маме назначить через пищеводное эхо. Заботливому отцу, если он не хочет стать вдовцом, на выход. Почему без халата? Андрей, у меня только что был отец твоего Степанова. Это не мой Степанов. Хорошо, нашего пациента Семена Степанова. Ему надо что-то говорить, кроме слов утешения. Говорю, что разберемся. И, пожалуйста, приходи в халате. Я главный врач больницы, Андрей. Правил для всех. Так вот, он считает, что ты виновен в смерти его сына. Может быть, ты тоже поговоришь с ним? А если тебя уволят? А если он прав, и я умру? Надеюсь, что вы ошибаетесь. До свидания. Всего доброго. До свидания. А зачем ты назначил через пищеводное эхо? Обычное делали? Делали, ничего не показало. Так может, ты ошибаешься, если все в порядке? Я не ошибаюсь. Вот эта штучка называется зонд. Я вам аккуратно введу вам ее в пищевод до уровня сердца, а потом пиу-пиу-пиу ультразвуком посмотрим. Если я там ничего не обнаружу, то я отдаю этот зонд вам, и вы доктору Краснову можете его вставить в любое понравившееся место. Не обращайте внимания, это, видимо, шутка была не очень удачная. По-моему, смешно. Готовы? Слушай, ну откуда мы знаем, кто из пациентов участвует в этих ваших экспериментах, кто не участвует? Было назначение, мы сделали. Дежурный вчера кто? Я. Она. Но она все сделала по инструкции. Было назначение сделать внутривенную инъекцию препарата пациенту Степанову. Она сделала. Какие вопросы? Андрей Николаевич, выписки подпишите, пожалуйста. Ко мне. А все остальные? Позже. Ну вот что, людям до утра сидеть ждать его позже? Так, все хорошо. Правый желудочек, отлично. Потерпите еще немножко. Так, правое предсердие, все отлично. Левый желудочек. Чуть-чуть потерпите. Черт, желудочковая тахикардия. Так, я вытаскиваю. Нет, ты не закончил. Мы ритм не восстановим с зондом в пищеводе. Дефибриллируем, заканчивай. Я не могу найти клапан. Ничего себе. Что там? Так, все, потом, я вытаскиваю. Скорее. Можно к тебе? Ты был прав насчет той мамочки. Гнойный пиелонефрит привел к эндокардиту, поражение клапана. Слава богу, мы успели. Если бы не ты, мы бы ее не спасли. Как ты? Ты знаешь, я хотела совсем в другой обстановке вечером. Столик заказала, но я понимаю, что сегодня совсем не до этого, и, скорее всего, ты останешься в отделении допоздна. Вот. Ну это что? У меня день рождения вроде. 14 мая, я знаю. Просто сегодня у нас небольшой юбилей. 3 месяца, как мы вместе. Thank you.
не надо. Не извиняйся. Я просто очень хотела сказать тебе спасибо. За тебя. Столик заказал. Хорошая идея. А ты можешь принести нам попозже? Хорошо. Ой, упс, все, не смотрю. Я пойду. Да. Даш, держи меня, пожалуйста, в курсе. Конечно. Здорово, Андрюх. Позвал? Что случилось? Пациент умер. Я в курсе. 15-й. Молодой парень. Степанов Семен. 19 лет. Ну, Степанов? А что тебя удивляет? Ну, ничего. А что меня должно удивлять? Это больница, если люди умирают. Не удивляет. Потому что причиной смерти стал сатанол. Препарат, который под твоим четким руководством проходит клинические исследования в нашем отделении. Ага. Это не может быть. Потому что не может быть. Я думаю, 15-му ничего не назначал. Ты не назначал, я назначил. Со своего компьютера. В тот момент, когда читал лекции студентам в университете. Хотя как это возможно, я не понимаю. Так, Андрюх, я не понимаю, на что ты намекаешь. Я ни на что не намекаю. Я хочу выяснить, ты заходил вчера в мой кабинет? Нет. В твой кабинет я вчера не заходил. А, ну подожди, ты сам просил меня зайти за распечаткой статьи. Ты делал назначение с моего компьютера? Ты понимаешь, какое дело? Там в больнице зависла система. С моего аккаунта вчера было назначение нескольким пациентам, которые участвуют в исследованиях сатанола. И почему-то этот препарат был назначен Степанову Семену Михайловичу 2003 года рождения, несмотря на категорические противопоказания. А в твоей группе подопытных есть другой Степанов, Семен Михайлович 70 года рождения. Человек умер. Вот, в диагностику. 5-й этаж, кабинет номер 6. К 11 надо успеть, Сэр. Извините, а где я могу найти заведующего отделением? Он ушел, ему передать что-нибудь? Нет, я сам хочу передать. А вы родственник Семена Степанова? Отец. Андрей Николаевич будет только через час-полтора, не раньше. Подождем. Понимаете, вам здесь нельзя находиться. Давайте так поступим.
Вы дадите мне свой номер телефона, и я вам наберу, как Андрей Николаевич появится. А вы внизу, в холле, подождите. Там у нас хорошо, там кафетерий очень хороший. Можно кофе выпить. Здесь никак нельзя. Отделение. Режим. Подписывай. Этот муж говорит, отпустите, ей надо на работу. На что Краснов совершенно спокойно отвечает, хорошо, только вы очень скоро овдовеете. А я бы отпустила. Куда? Умирать? А зачем мешать? Ян, скажи, что ты пошутила. Пошутила. Хотя, если честно, если бы не Краснов, я бы тоже отпустила. Просто потому, что я бы не заметила болезнь. Вот я удивляюсь, сколько лет мы работаем вместе, и я никак не могу понять, как он это делает. Опять спас жизнь человека. Вот так. Жизнь спас, а семью, скорее всего, разрушил. Ой, грош цена такой семье. Ну, это не нам с тобой решать, и даже не Краснова. Добрый день. Здравствуйте. А где ваш сосед? Доктор отпустил. О, молодое поколение. Я Яна. Я Дарья. Дима, Рад. Можно просто Дима. Рома. Ты Олег? Очень приятно. Маша. Коллеги, внимание. Задача с двумя неизвестными. Два дня назад к нам в отделение поступил пациент, номер 16, по фамилии Ревякин, с тяжелой алкогольной интоксикацией. Первое неизвестное, где, собственно говоря, сам Ревякин, и второе, кто его отпустил. Ну, Ревякина дочь сегодня замуж выходит. Ну, как бы ему лучше уже, и я его в ЗАГС. Но он вечером вернется. Нужно же с пониманием к пациентам. Вы сочувствовали? Зря сочувствие убивает. Он, конечно, вернется. Хорошо, если в палату, а не в морг. Вы отчислены. За что? За сочувствие. Андрей Николаевич... Что непонятно? Свободны.
Я смотрю, вы уже познакомились. Но хочу вам представить официально наших новых ординаторов. Мария Львова и Роман Богачев. Но только не спешите радоваться. Мало кто может здесь продержаться больше месяца. Сказать не дал. Угу. Ну да, похоже, у меня тоже. Чего? Ничего. Как можно было вообще пациента отпустить? Ну, он же сказал, что он вернется. Ну, вернулся? Да нет, ну, рано еще. Фу, откуда же вы такие беретесь, правда? Я вот, что я твоему отцу скажу? Какого черта вообще, ну... Он тебе денег дал, что ли? Ну, дал или нет? Ну, пятерку дал. Олег, а зачем ты вообще в медицину пошел, а? Вот зачем? Пошел бы ты в гаишники, и там бы пятерки рубил. Игорь Викторович, ну уже случилось все. Вы лучше скажите, что делать. Откуда я знаю, что делать? Что делать? Сейчас, подожди. Так, документы пока не забирай. Пару-тройку дней посиди дома, а лучше вообще неделю. Скажи, что типа заболел. Mm-hmm. Понял? Отцу передай, что я что-нибудь придумаю обязательно. Устрою тебя либо в приемной, либо в поликлинической разберемся. Все, давай, иди отсюда, иди. Спасибо. Иди, иди, иди. Ир, у меня проблемы. Никакой привязанности к пациентам. Сочувствие убивает, слышали? Да, и слышали, и видели. Пациенты всегда врут или заблуждаются. Доверять можно только анализам и исследованию. И мы не называем пациентов по именам. А как их называть? По номерам? В точку. Либо по диагнозу, либо по фамилии, либо по номеру. Вы серьезно? Конечно. Что, страшно? Скорее, непривычно. Ну, никогда не поздно перевестись. Либо привыкайте. Вы привыкли? К этому невозможно привыкнуть, но лучше этого ничего нет. Если у вас хватит мозгов и терпения, вы поймете. И запомните, ребята, место врача в отделении Краснова сложнее получить, чем потерять. Краснову не важны ни статус, ни рабочий стаж. Как он сам говорит, думающий, умный ординатор стоит пятерых ленивых кандидатов наук. Так что мотайте себе на ум. На ус. А как я сказал? Значит так, ты с доктором Умурзаковым в третью? Барашек? За мной. Прошу. Здравствуйте. Доброе утро. Начал ваш 16-й еще перед ЗАГСом. Накрыло во время церемонии. Устроил праздник дочери. И все потому, что нельзя верить пациентам. Нельзя. Но теперь он в ваших руках, Иван Романович. Алло, а ты далеко? Прости, Дарья, задерживаюсь немного. Да, я понял. Хорошо. Так скоро буду.
свидания. Добрый день. Добрый вечер. Моя фамилия Степанов. Вы? Да. Отец Семёна. Вы что? Это за сына, которого вы убили. Подождите. Вы всего не знаете, произошла ошибка. Да нахрена мне твои объяснения? Всем привет, я дома. Папа! Привет, привет. Ну, как дела? Гриша сегодня пластилин ел. Как пластилин ел? Вот а где так. Он? А он гулять ушел. Ой, я вам конфеты принес. Вот, держи, это тебе. Спасибо. А-а-а, попался похититель конфет. А кто будет помогать мне? Это, наверное, Игорян. Я пригласил его кое-что отметить. Так, дети, накрываем на стол. Бегом. Надежда Юрьевна, идите сюда, кажется, он приходит в себя. Коллеги, давайте только осторожнее с информацией. Если он вообще через полгода в коме будет способен что-либо понимать. Андрюша. Андрюш. Андрей Николаевич. Ты меня слышишь?
Ты помнишь, кто ты? Сказать можешь? Андрей. Андрей. Молодец. А фамилия? Краснов. Краснов. Молодец. А кто? Андрюш, ты что? Я Надежда Боровикова, хирург. Хирург? Да, хирург. Заведующий отделением. Ты терапией, я хирургией. Я вас не знаю. Может, у него шок. Леш, что случилось? О, узнал. Ну, братец, значит, все нормально. Слава Богу. Тарас, ты что такая старая? Нормально. Да я не намного старше, чем ты, старуху нашел. Чего? Получил пулю в голову, теперь все можно, да? Какую пулю? Отец твоего пациента, Семена Степанова, решил, что ты виноват в смерти его сына. Попытался тебя застрелить. Почти застрелил. Подожди, какой Степанов? Дети где? Дети, с ними все в порядке. Какие дети? Катя, Гриша, где они? Так, скажи, какое сегодня число? Где дети? Все нормально. Никто же стреляет. Инъекцию дяди Пама срочно. Они были там. Успокойся. Все, успокойся, Андрюш. Андрей, скажи, какой сегодня день? В общем, пуля как ластик стерла воспоминания о последних 9 годах жизни профессора Краснова. 9 лет? Они просто исчезли? У него частичная ретроградная амнезия. Мы, и он тоже, сейчас здесь. А ему кажется, что он здесь. А это он не помнит. Что, вообще ничего не помнит? А насколько его амнезия необратима? Ну, я имею в виду, может он что-то вспомнить или нет? Все может быть, но я, честно говоря, сомневаюсь. Я вас вот о чем хотел попросить. Мне кажется, что Андрей еще не готов узнать все, что забыл. Поэтому постарайтесь с ним не говорить о прошлом. Хорошо? Спасибо, Леша. То, что произошло с доктором Красновым, не должно сказываться на работе отделения. Поэтому соберитесь. Обязанности зав. Отделением будет исполнять Игорь Викторович Новицкий. Временно. Анна Сергеевна, подожди. Андрей, сейчас 2022 год. Вот, смотри. Что-то я не вижу ничего. А, да. Тонкий какой. Твой телефон разбился. Взял тебе на первое время. Ни контактов, ни сообщений восстановить не удалось. Вот твои очки.
Да, я купил новое. Ну ты смотри, смотри. А что носил очки? О! 9 лет. Да хрен с ними. Подожди здесь. Анечка. Ну иди ко мне. Привет. Привет. Я тебя не видел 9 лет. Прости, просто все изменилось. Мы расстались. То есть как расстались? Давно. Девять лет назад. Да нет. Разве ты не видишь, что я постарел? Нет. 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 А где дети? Везде. Иди сюда. Привет, пап. Котенок. Как ты выросла? Какая ты большая. А Гришка? А Гришка, наверное, здоровый вымахал. Ну, позовите. Гриши... Гриши нет, он умер 9 лет назад. Сердце. Привет. Как ты? Мы знакомы. Я Даша. Простите, я вас не помню. Справляйтесь.